как-то странно, угол обзора какой-то чудной, непонятно. Короче, тут нету меню. Куда у меня упор идет? То ли в проц, то ли в видюху. Видюху. Ну, это хорошо, если в видюху. Видюху разрешение можно поменять. А если, в процик, то это плохо, потому что процик уже нихуя не поменяешь. Видюху можно графику снизить, там, 5-10. А с процом уже не разберешься. Ну да, я не хочу, чтобы у меня все видюха упиралась. Короче, сделаю 720p разрешение. Так, ага. Это понятно, дальше что? Стрим не лагает. Да он, ну как, ну блять, будет подлагивать. Но видно, что в некоторых моментах подгрузки идут. Пусть 720 будет. Или, да, чтобы соотношение сторон не менять, а то придется OBS-ку там дополнительно расширять. Вот так сделаю. Вообще игра полностью без меню, полностью без настроек. И весит больше гига. Это очень странно. Потому что хотя бы можно маломальски какие-то настройки сделать. Я не знаю, как эти долбоебы, блядь, сделали 5 настроек на звук и ни одной настройки на графику. Предыдущие. Хуй, разрешение-то хоть поменялось, не? Или нихуя не поменялось, не пойму. Должно 720 быть. О, мой бог, where I am? I have to get out of here. Оно походу во весь экран делается. Блять, идиотизм. Сучий потрох. Ну как так можно? Ну как так нахуй можно? Ладно, я в окошке буду играть. Блять, ну в окошке не прикольно. А я что-то разницу между окошком и не окошком вообще никакую не вижу. Ладно. О, член нарисован. Это что, игру, типа игру русские что ли делали? Что-то по-русски написано. Стас, сын бляди немощный. Хм. И хуй нарисован. Да, вот это прикол, блин. Что, фонарик? это, наверное, не фонарик моргает, это, наверное, я моргаю. Как в Outlast'е. Так, рюкзак взять. Чё? Чё там было? Найти что-то надо было. Здесь подсказка или что? Лаунч. Лаунчбокс. А, рюкзак пустой. Ну и пусть берет, на себя напяливает, потом разберемся. Я думал, здесь все на русском будет. Дорогой скулы. Дорогой школьник в рюкзаке. Первая помощь. Что-то спейр, что-то ключ. Хедменс. Брифкейс. Блять, что за. Что значит брифкейс? Что значит хендмен? Я в английском не шарю. Кстати, ебать, тут бампмаппинг на текстурах реалистичный. Охуеть. Это 720p. Но, в принципе. Тут, кстати, даже фонарик он можно менять вот такой светом. Нихуевый бампинг текстуру даже. Даже на 720p он довольно нормально выглядит. Да графика-то прикольная, но лаги не нравятся мне. Открывается, не? Не открывается, значит надо что-то здесь делать.
автобус местной бабки. Присесть нельзя. Не, дергается как-то, фризит. Там написано было рюкзак пустой, найдите другой. Рюкзак пустой, да, найдите другой. Вот этот может не пустой. Нет, это тоже пустой рюкзак. Опять еще другой надо найти. Тут хуйня открывается, не? Три рюкзака есть. Какие рюкзаки я еще не смотрел? Вот на столе. В смысле, а здесь же ланчбокс был, алло. Здесь же был ебучий ланчбокс. Какого хуя тут он в рюкзак превратился? Ключи. Ключи от классной комнаты. Сука, откуда тень падает? Блять, откуда ебучая тень падает? Мне надо назад посмотреть, да? Не, она падает от моего фонарика. Здесь один источник света, это мой фонарик, значит... Значит, кто-то передо мной стоит, да? Блять. Сука, инопланетянин какой-то. I think the exit is on the first floor. Я думаю... выход на первом этаже. А, ну да, правильно. Кстати, акцент такой... Русский, что ли? Поэтому и написано про Стаса. Стас. Стасай как просто. Поэтому и написано здесь на русском. Мне кажется, игру русские делали. Запломбировано. Это что, мужской туалет? Мужской туалет открывается, но у меня выход-то здесь находится. Может, найти чем разъебать? Бля, ну тут управление вообще кринжовое, оно мега медленно работает. Это чисто управление, оно, ну, чисто под джойстик заточенное. Вообще полностью под джойстик. На клавиатуре хуёво играется. Молоточек. Ну я говорил, надо чем-то разъебать. Пожалуйста. Молоточек, инвентаря нету. Я же говорил. Но теперь этим молотком туда надо идти и доски эти ломать. Да, игра очень странная в механике. То есть она сначала водит фонарем. Водит фонарем, потом только в сторону поворачивается. Просто так они взяли и упали. Да, благодаря молоточку волшебному. Кто там, если что? Кто там что? Там еще что-то, какая-то хуйня в туалете была? А что было в туалете? А, вантус. А, гейплей. А еще надписи. Влад Сутенер Мёне. Мёне. Влад Сутенер Мёне. Мёне — это имя такое? Первый раз слышу. Вообще не слышал, что такое имя есть. Лера, у тебя... Ага. А тут что, Лера, верни 50 рублей. Бля, скотина, короче, 50 рублей зажала, и у нее там мамку уже выебали. А, Алены, а я Мёны прочитал. Нахули, надо писать правильно. Это что, выход? А это какой этаж? Сколько в этой школе этажей вообще? Не пойму. Ну, по сути, этажа два, по идее, должно быть. Не открывается. Ну, логично. Блять, еще нахуй один этаж, ну пиздец. Какая-то слишком большая школа. Еще один этаж? Они что, ебанулись, что ли, блять? Сколько... Даже в универе столько этажей нету, сколько в этой школе.
уже подвал, наверное. В универе, в обычном универе, в здоровом универе, даже то столько этажей, этажей нету, такого-то московском. Блять, ну вот из-за отражения лагает, я уже вижу, что отражения рифленые такие вот они. Типа эффект намокания. Хуйня. Так, туда дальше не пройдешь. Ага. Ну оно ясно, там уже все, подвал, там уже не этаж. Если где-то выход из школы находится, то он определенно как раз таки на первом этаже. В другую сторону. Блин, как-то размытие слишком сильно идет. Я не вижу. Зрение хуевое. Что, мне съебаться? На безопасный левел. Что происходит? Кто там пердит? А, ладно, короче. Не, ну я хуй его знает. Я понял, что вперед надо. Ну это, короче, затишье перед скримером, судя по всему. Точнее, не затишье, а как раз таки нагнетание. Блядь, сука, вы противный звук. У нас в школе такие же примерно штуки висели. По-моему, очень... Да, очень похоже было на наши школьные. Блять. I need to find another way out. Она говорит, мне нужно найти другой выход. У нас, да, такие висели тоже. Ковылики. Советские. Надо найти другой выход, потому что... Почему? Другой выход. А, ну потому что дверь отсутствует. Как бы exit, а exit ведет... Короче, дверь отвалилась, а за дверью нихуя нет. Спортивный зал надо. Ну вот, я буду смотреть, где этот спортивный зал. Кто там ноет? Да, ага, дверь открылась для меня специально. Сука, пропала, блядь. Ёбаное привидение. Чё происходит-то? Ух ты, нихуя себе, блядь. А чё он такой низкий, ебать? Блядь, это спортивный зал для карликов или чё, блядь? Спортивный зал, он же большой должен быть. Чё за бред, нахуй? Спортивный зал должен быть очень большим. По крайней мере, потолок... Блядь, ну заебись, дверь открылась. Чё, сука. Блядь! Ебать, меня трухануло просто нахуй. Блять, пизда, сука, давненько я так не обсирался. Жесть, ну трухануло, блять, трухануло, да, жестко. Концовочка резкая очень была. Ну все, пройдено. Демка, или что это, демка? Ну да, там демо было написано. Бля, ну ебать, ну скример такой сделал, что пиздец. Да, прикольная. Игра прикольная. Для демки. Ну, кстати, слишком много она весит для демки.
Все-таки 10 минут геймплея и целый гигабайт. Целый гигабайт — это очень много.